Вот эта идея у меня стала выкристаллизовываться, вот эта идея точки опоры. Потому что я вообще дико всегда раздражался раньше, когда я слышал там «любите себя», «поверьте в себя», «надо понимать, что мы собой представляем». И все, вот вся моя всегда методика. Я отличаюсь от всех психологов и большинства. Я отличаюсь тем, что я, это делаю все из академических знаний, того, как работает психика, как работает мозг, как он сходит с ума, как он функционирует в непривычных условиях существования, там, и так далее. Из клинической практики, и самое главное, я всегда считаю, что человек должен понимать, каковы механизмы, какова логика, почему у вас эти желания, почему вот этого вы не, про себя не понимаете, а оно просто из всего вашего поведения просто выпирает со страшной силой. Почему у вас возникают психологические конфликты? Как у нас формируются психологические комплексы? Почему мы не можем похудеть? Это же странно. Ну как бы чего? Ну как бы ешь меньше и все. А почему не получается? И вот когда вы понимаете это, вы можете менять собственное поведение. До тех пор, пока вы не понимаете, вы не можете. И поэтому первое, это то, что, конечно, нам нужно сейчас обретать точку опоры в себе, системную. И я сейчас простроил вот эту всю историю, где те знания, которые я копил столько времени, это все, что лучшее я могу дать, и все, что работает, я вложу в этот клуб. Я его так и назвал «Точка опоры». И все, кто будут участвовать в акции «Что делать», которые мы сейчас специально подготовили, там будут и вот все, что я вам сказал с точки зрения проблематик, с точки зрения негативных эмоций, с точки зрения самых разных навыков, которые вы получите, и марафоны, которые я делаю, я тоже буду делать внутри этого клуба. Я думаю, что мы уже в декабре стартуем, но это будет наше прямое личное общение. Я с вами буду каждый день. Я буду с вами общаться, я буду вам рассказывать, я буду отвечать на вопросы, я буду поддерживать и так далее. В общем, это будет такая живая, активная среда с огромной пользой и возможностью реально обрести точку опоры в самих себе. Сейчас это моя сверхзадача – создать для вас такого тренера, тренера психологического здоровья, тренера вашего внутреннего становления, развития в этих новых изменившихся обстоятельствах. И мне очень хочется, чтобы как можно больше людей смогли эту пользу для себя получить в это непростое время, которое его несчастье, пока сложности, пока только начинающиеся.